Доброго всем времени суток, с вами Тексер, и мы играем в Conan Exiles с Зёмкой и с Рапториусом. Мы сегодня решили отправиться на первого босса, надеюсь, что того, который недалеко сидит, и не очень сложный. Мне подогнали вот такой вот наряд, я бы сказал, римского легионера. Эти маньяки без меня здесь построили такой вот дом, увешивая его уже трофеями. Внутри гора рабов, верблюды пойманы. Вот там наверху храмы. Это вот Зёмка построил башню просто, чтобы была. Там внутри лифт, а наверху ездил кого-то на то. Ну, просто, чтобы было. И вот эти два орла. Зёмка и Рапториус. Ну что ж, на сём я их включаю и поехали. Все, можете говорить. Куда побежим? К Лаку. Ну, помчались. Кто дорогу показывает, за кем бежать? А ты где? А, да. А, ну да, пошли. Че, я за Зёмкой рванул. Я просто не увидел тебя. Чувствую, у меня боец по характеристикам тот еще. Правда, на вас уровень дыхание, не показывает. Дыхания не хватает. Да всего не хватает. Слушай, он 15 уровень, ну 16. По характеристикам, по уровню как раз тебе самое место в Клоаке. Хорошо сказал, спасибо, конечно. Нет. Это звучит страшно, но... Он не то имел в виду. Да. Добрый. Он имел в виду, что с твоим уровнем можно туда легко. Да, можно на свалку истории. Рассчитаны как раз на этот уровень. Так, минут 40 уложимся, не уложимся? Уложим. Да и меньше, наверное. Насколько эта серия сидит? Блин, откуда еда-то делась? Ёлка, еда, главное, вода, да? Ничего. Ладно, вода есть, еды нет. Сюда? Центурион, иди сюда. Бегу. Слушай, это ж ни хрена не Клоак. Это дыра в пустыне. Да. Вот видишь, памятник стоит такой дымящийся. Ага. Бей к нему и жми Е. И кнопочку Е и сразу отбегай. Прикоснись к прекрасному. Ну, ща. И там книжечка еще лежит. Блин, ночь какая-то. А, нет, это скверно какое. Верно, накапливается. Вот книжка, где я стою. Так, будешь связан с обелиском. Ну ладно, связан с обелиском. Книжечку подбей. Да я не увидел книжку. Книжку-то. А, вот. Вот где я подбей. Вот. Так. Сейчас зачту. Меня просили читать то, что я нахожу. Да, читай. Я видел комментарий. Дневник проститутки номер 7. Стоянку атаковали дикари-налетчики. Мне вновь пришлось бежать из изобретенного дома. Я добралась сюда, и преследователи за мной не сунулись. Теперь я понимаю, почему. Я слышу дыхание зверя, заглушающее даже грохот моего собственного сердца. Нужно убедиться, что меня не преследуют, и уходить отсюда как можно скорее. К счастью, мне удалось стащить немного хлеба и воды. Пусть ненадолго, но этого хватит, чтобы не умереть от голода и жажды. Вчера ночью я видел на юге огни. Туда и пойду. Возможно, свет костров отпугнет гиен. Где она хлеба-то сперла? Тут взять-то негде. Так, ладно, выбежала с темноты из этой. Так, у меня хоть что-нибудь там съедобное есть? Ничего у меня съедобного нет. У вас пересыхает горло. Ну, у нас не пересыхает, у нас бурдюк есть. А вот еды нету. Наоборот, махнемся. Там и половина уже осталась. По поводу дневника можно будет как-нибудь на выходных сделать пару серий по дневникам именно. Пробежаться. Но в эти выходные не получится, у меня много разъездов. Ну, не важно, я просто говорю. А так вообще, да. Может.
Я, правда, не знаю, кого-нибудь тут сюжет и ничего интересует. Игра-то старая. Пишите в комментах. Игра очень новая. Даже после релиза здесь столько всего. Так, вы там не убегайте. Еще очень много будет. У меня товарищ довольно груженый и дохлый. Блин, а ведь мы вот ночью пошли. Почему куда не пойдешь, всегда ночь? А потому что когда придем, будет день. А пойдем в подземелье, нам пофигу будет. Ну да. О, тут кто-то еще построился. Интересно, кто это. А ну посмотри, Ник. Где далеко. Хочу. Лешика. Народ вообще бегает вокруг или пусто на сервере? Нет, бегает. Посмотри. Нажми Escape и посмотри. Не, ну я имею в виду вокруг нас. Так-то может и есть, а вот рядом. Не, пробегают, пробегают. Общаться не стремятся? Чего стремятся? Очень даже. Так, сейчас моему, наверное, поплохеет без еды. У него же там на донышке. Давай я тебе дам. Стой. Давай, давай. Только немного, а то я не унесу. Еще если уровень качну, то я что-то смогу с собой носить, а пока я вообще по нулям почти. Ай-яй-яй. Не катись, половину не отдай, катись. Назад отдай. Ну-ка. Половинку. Сейчас. Через shift. Раздели в инвентаре у себя. Не, ну я все могу, конечно, унести. Ой, блин. Так. Так, бросил. Че? Так. Помчались. О, день наступает. А, ну да, я же уровень-то поднял, я теперь чуть побольше ношу. Правильно, поэтому день наступает. Потому что я побольше ношу? Поел, просветлело? Вот оно как просветление наступает. Крокодила. Осторожнее. А то это крокодила тебя и проглотила. Че, это какая-то особо злобная? Это босс мировой. А. Очень. Тебя блин, разу а он же где-то вроде в другом месте сидел раньше. Нет, здесь. Их два. Да. Здесь я раньше дом строил. Потому что тут точно кадрилы не было. Был. Он с самого начала здесь. Когда только игру запустили, не было. Я тогда тут строил. И сундук его, вот он. Ну. Я вот у этого озера как раз тогда жил. Сундук? А в нем что-то можно брать? Нет? Ну, это открывается ключиком. А, понял. Из крокодила, который. Прикинь, я сдох. От чего? 2 метра до воды не добежал. Блин, а сказал бы, что все это хреново, я тебе фляжку бросил. Там, правда, мало. Я говорил, что у меня воды нет, жрачки до хрена. Ну, я думал, туда идешь, и как ты это молчишь. Да я когда и говорил. Да ладно. Так, я что-то озеро завис. Куда дальше-то? А, вот вижу. Так, Саню ждать будем? Будем. Оно дохлое? Они? Да. Что-то один дергается. Это послесмертное. Ну ладно. И ждем. Так, ничего у меня там с уроном не прибавилось пока. А, нет, пока нет. Так, ладно, чё качать-то? Я пока молнию и гирю качаю. Грузоподъемность, ага. Да. Раз ты в тяже, тебе надо вес качать. Ну, хорошо. Ну такой тяж, немножко с луком. Ну, без разницы. Да про лук забудь, лук... Лук это так, отстреливаться и... А я люблю пострелять. Убирает. Я люблю пострелять. Ну, лук сейчас нонче очень слабенький. О, чуть там у костра улеглось, непись развлекается. Да. Ну-ка.
Лук слабенький и недалекенький. Ну только я пристрелялся. Стреляй. Да я уж бегу так махать. Оно ж спало у костра, как раз по лежащему-то удобно было. Ну, чуть-чуть до уровня. Так, а там у этой клаки почитать чего есть? Может там да. Саню подождать? Возле круга внутри ждите. Перед входом, ну только никого не убивайте. Ага. Нет, мы можем всех вырезать и оставить только парочку, чтобы пробраться внутрь. Ну там с правой стороны перед подъемом к кругу, оставьте эту кучку, там три человека сидят. Ну да, 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 да. Просто что времени не тратить. Не, ну я могу, конечно, поузнуть пока. Да ты не переживай, я быстро доберусь. Ну, просто хотелось бы в серию уложиться. Уложимся, конечно. Не, ну в крайнем случае, если затянется, я потом могу вас смонтировать, конечно. Ой, это кто-то построил? Ну да, кто-то здесь построился уже. Ничего так. Народ тут обитает. А что тебя гиен не кусает? А это... Ручные, что ли? Да. Охраняет, о как. Эй, и крокодил тоже? Забавно. Фига себе, тут рассадник. Да-да-да. Владелец Фокс. Так, ты куда убежал? Дальше по речке? Левее посмотри. Но. Туда? Не видеть пока. О. Так, Гринпис. Черепах не обижать. Ага. Я тебя на карте вижу. Так. Кстати, что я тебя на карте вижу? Ну, на карте ты видишь всех сокланов. Ну, в прошлый раз вроде не видел. Ну, недавно сделал. Ну, это демон ходит. Ну, конечно. До меня не добежало. Как они в таких доспехах плавают? Они по дну ходить не должны. Они легкие. Но сильные. Да как бы доводилось в одежде плавать. В одежде нелегко, а в доспехах. А тут внутри маленькие карманчики, в которых воздух. Ты куда что он от меня убежал-то? Чё-то как-то не особо за него с опытом-то. Дело в количестве. Ну ладно. Нет, ну забавно, конечно, смотрится немножко дико. Понятно, что в игре физика хромает, но как такое зрелище. А главное, что он задумался с этим небоскребом. К дому не подходи. Почему? Ну, лучше не читать такие названия. Особенно на Ютубе. Ну, если слух не читать, то не страшно. Ютуб так настолько не распознает. Ну ладно, не буду. Нафиг. Так.
чокнутых в виде полно. Мы тебе потом напишем, что там было написано. Да-да-да. Я YouTube с Аниным стриптизом опасаюсь пугать. Да. Остальное это YouTube переживет. Да не бойся, уже столько роликов сделал. Слушай, он бывает такой фигне докапывается, потом, правда, обратно все возвращает, но кто его знает, не вменяем его. О, конечно, как кадрила. Ну вот и уровень, хорошо. Так, давай еще груз подъемности. Понимаешь, тут... Давай. Например, я видел, в частности, одного чувака, который стримит одиночную игру с модом. Где здесь, на сервере? Не на этом сервере, а просто одиночную игру с модом. Кое-каким. Ну ты понимаешь. Ну да. А, порнуха это что ли? Ну да. И там как бы не просто статика, но и динамика. Народ развлекается, как только может. И ничего. Да YouTube не то что банит, они просто блокировку вешают 18+. А зачем уменьшать количество зрителей? Так. Да, совсем чуть-чуть за них дают. Это мы уже пришли, я так понимаю. А он все-таки сбивает, не удар, собака такая. А, это лучник, как ты же сволочь такая. Есть вон еще двое. Но ничего, так в центре он живет. Так, надо мяско положить в слот, чтобы недалеко ходить за ним. Так, ну тут рыскать по шалашам, по-моему, смысла нету, да? Ничего хорошего нету. В шалашах нет. Тут есть в одном месте книжечка. Ну, как найдешь, подойду, почитаю. Ну вот, вот, вот она. Вот тут, вот. Привидение. Сейчас. Книжечка. Танцовщик пошел драться. Нажмите Е для использования. Использовать привидение? Нет, книжка внизу лежит. А, да. Дневник проститутки номер 3. Изучена новая эмоция поглаживания волос. Сейчас человек волос как поглажу, а у меня он лысый? Нет, он не лысый. Хорошо иметь под рукой большой запас смазки и масел. Блин, мне это не нравится. Во время смены охранников мне удалось выскочить из скандалов, которые меня приковали к колесу воли. Дневники проститутки читаю. Я бежала по пустыне, пока деревня не скрылась из виду. Это Саня должен читать в силу своего персонажа. Обогнула внешние стены проклятого города и оказалась здесь. Для пустоши это место просто кишит жизнью. Кто знает. Множество душ в этой пустыне жаждут теплых объятий и нежных слов. Но здесь я не останусь, этот проклятый город маячит поблизости, словно выжидающий зверь. В его тени я не чувствую себя в безопасности. Мне совершенно не хочется просыпаться по утрам от того, что в ногах копошатся скорпионы. Да и манеры местных успели порядком надоесть. Пойду вдоль реки, посмотрю, куда она ведет. Кстати, это третий дневник, а тот седьмой был. Это она туда пошла, видимо, в противоположную сторону. Да. То есть она откуда-то отсюда она вылезла. А. Так, ладно. Что дальше? Ждем или еще кого-нибудь пинаем? Да вон дальше чуть-чуть пробегай. А там каких-то последних там троих говорил, не трогай. Не-не-не, не трогай, не трогай, не трогай. Че, я вас вижу, можете тянуть. Или мне тянуть. Не, я притяну, а вы давайте идите. Да. Куда? Я уже заагрил. А. Ты же одно... Не убивай, Текс, беги назад. Да, не, этого... Там надо убить на ритуальный. Типа на ритуальном камне.
А, ну да, если своего убивать, там респиться придется. Кроу тушить надо. Угу. Бежи, читай камень слева там. Или справа. А, камень вижу. Живительная вода из чистейших горных источников спускается вниз и течет через город по возведенным нами массивным акведукам. Водостоки носят из города нечистоты. Ты давай к центру. Смытые потоком прозрачной и чистой воды. Тебе, раб, уготовано прочищать эти водостоки. Убирать мусор и уничтожать создания, пребывающих в смердящей тьме. Гордись, невольник, и будь начеку. В сумраке этих тоннелей живут странные твари. Иди следующих жертву. Этот неудачный. Все, зачитали. Карпентеры привезли. А чё ты его долбишь? Да он, голова его маячит, а его убить нельзя. А, провалился, что ли? Ну да. А чё не туда проваливаются? Всё, есть, нормально. Боговина. У меня он наполовину жив лежит. Без сознания. Все, добей. Все. Спрыгивай. Здрасте. Все, добили. Ну а че? Да. Звук что-то потрескивает тут. О, загрузка пошла. А тут, кстати, по-моему, ну, довольно долго нырять. Так. Новый талант, копатель. Ну ладно, копатель. Тут чего? Заметка путника 1. Толпа дарфорийцев загнала нас в старые развалины. Это был тупик, и мне показалось, что смертный час настал. Добрый Симат смело рванулся вперед, чтобы пробиться наружу. Но его зарезал вождь Дарфари, свирепый дикарь с грязью и ветками в волосах, а это людоеды которые. Пришла пора последней схватки, и тут пол в комнате задрожал. Стены тряслись, так... Блин, эта подсказка должна была наверху лежать, по логике-то. Земля ходила ходуном, дикари со своим побежали в проход, когда земля под ними начала вздыматься. Лестница. Вот вход, который мы искали. Мне там понадобилось всего ничего времени, чтобы закрыть Симату глаза и забрать его скарб, а затем сбежать по лестнице во тьму. Когда глаза привыкли к отсутствию света, моему взору открылась большая пещера. Что за вид? На полу плещется вода, но глубина здесь по лодыжку. Над темными омутами, глубину которых я не берусь представить, горят призрачные огни. По кромке воды растут светящиеся растения, а в самой воде двигаются большие животные. Надо бы осторожнее. Есть сокровище и правда здесь, его надо найти, не распрощавшись с жизнью. Ага, ладно. Собирать тут ничего хорошего, по-моему, не надо. Бывал, но до гадюки не дошел. Что, ты его пинаешь? Оно нам надо? Да, просто. А, вот уже манит. Приди, взгляни. Сейчас придем и взглянем. А вот теперь начинаем по-быстрому. Да. Сюда? Я стрелю уже. А что сюда-то? А, все равно же наверх. Ну так правильно, воду включает, Саня, ну, и да. Мы через воду выходим. Да так успели прыгнуть, чего сразу в канаву забираться. Звук, конечно, жуткий в игре, не знаю почему.
Может, из-за Дискорда. Звук прерывается. Чего ждем? Воды. Сань, давай туда. Ну тут так довольно все мирно, насколько я помню. Тут только в конце эта срань сидит и все. Так, что-то он, блин, ударился. Правую нажал? Че правую? А, это... Да, тут застревали они по времени. Буря начинается. А нам тут пофигу. Нет, ну я говорю, мы вовремя. А от бури, по-моему, маски какие-то помогали, нет? Да, ну у тебя от маски нет пока. Не дали. Я тоже не напомнил даже. Да заморить хотели. Да? А, блин. Вы вспомните, бежать налево, налево. Падать налево и бежать налево. Плыть, вернее, налево. Да тут скелетина бегает еще, хотел прибить ее, ну ладно. Да лезь ты уже, собака страшная. Так. А, станину все вымотал. Это что за стрела такая экзотичная? Вот это по правой кнопке. А. Да, блин. А. Прыгалка неправильная. Так. Вот и босс. Стоп. Уже близко. Вот теперь очень аккуратно. Во-первых, посмотрим, что в ящике лежит. Слушай, ну оно ж там в яме наверху сидит. В чем аккуратность? Да. В ящике нет ничего. Ничего? Да. Так, тогда... Ну все, оно уже шипит, ты... что теперь не я вылезаем. Его. Не вылезаем. Ну не вылезаем, я с тобой бегаю. Как будем бить, луком или так? Ко мне черепок пришел. Да по-моему лучше луком, там же кислота все-таки. Че, пальнуть мне уже? Так. Все, я за это самое можно валить. Оббегайте с другой стороны, можете в спину голову хранить. Это вяленько на его из лука, конечно. Ну, луки очень сильно по ним. Да не так луки, как стрелы. Ну, а что-то по правой кнопке лук не стреляет. А, правая и левая. Ага, прицеливаешься, а потом левый. Ага. Когда дзынь, слышишь? Ну, как я бы сказал, не сильно лучше. Вяленькие луки, конечно. Так, нет сил. Ждем. А в кого он палит? Меня. Бестолковое животное. Ну, кстати говоря, можно было щитом дальше подержать. Но к ней туда ходить, а там кислота, ее неудобно тянуть, по-моему. Не, она же выпрыгивает. Ну, проще стрелять, если стрел хватит, когда конечно. Когда близко, она выпрыгивает.
может, в нее стрел-то убили, заразу эту. Да мало. Раньше мы считали 250 стрел. А. У нас было и 350. Так, опять нет сил. Ну-ка, пока уровень апнул. Ну, последнего патча можно было с этого мистрелами. А вот теперь быстро. Мясо. Мясо. Книжка, мясо. Книжку читаем. Так, книжку почитали. Что еще хорошего-то? Вроде ничего больше. Так, сделай скрин классный. Да зачем мне скрин? Все, пропало. Так, мне то, что написал нажмить... А, это, ну про книжку написал нажмить Е для использования, да? Ну да. Знания присмыкающихся и всякая бездна. Да. И рептильная... Ну, а, ну это ж крафт. Да. Конечно. Все. Тут больше ничего, наверное, интересного, да? Угу. Как... Слушай, как это она быстро стала. Вроде раньше как-то все помедленнее проходило, что зараза. Правда, тогда ходили вот топором по башке стучали, а не стреляли. Так, ну да, и здесь ну вылезали, да. Пошли китайский танец выучим. Очень аккуратненько спускаемся. Так. Ой, блин. Да. Нет, ты мяско-то собрал? Ты долбанулся. Да-да-да. Так, 108. Я в какую-то фигню залез, тут хрен спустишься нормально. Отлично. О. Хотелось бы это видеть, да? Так, я, конечно, спускаюсь, но я не знаю, куда спускаюсь. Ты на карте посмотри, нас направ, точечка. Ну, вы тут рядом, конечно, где-то. Ну, вроде слез нормально. Так, ладно, куда еще коварный замысел? Полчаса наснимали. В принципе, можно уже съемку закруглять. Или что-то ничего интересное будет. Китайский танец. Ну ладно. Или ты хочешь еще на одного сбегать? Не, еще надо, не надо. Ну, серия полчаса. После Дракулы замочим. Да и вообще, у меня уже час ночи, между прочим. Вот смотри как. Какое счастье. Китайцы на Z. Да, учил я тут тоже. Ну, видимо, той же дорожкой бегал. Изучено. Ну чё, до базы. Так, телепорт. Сказать, прикоснуться к прекрасному. Вон там, видишь, прекрасная дымится. Дымится. Да, касайся. Ага, касайся. Туда пробираться и пробираться. Туда не пробираться. Вниз, вверх и все. Так, ну этот босс-то он такой был сам по себе. Он не полезный для артефакта, который позволяет отсюда смыться. Ну да. Так такой. А чё вниз, вверх-то? Не допрыгнешь. По стенке только лазить. Блин, как муравьи лазят. Ох, елки, у меня же стамина-то мало. Нет сил. Собак. А у меня стамина, походу, не ходит туда залезть. Да у меня... хватит, там с нуля хватит. У меня на самом конце кончается. Неправильно понимаешь, значит. Потому что я залазил сюда, просто бежал с самого респа и бежал сюда и здесь поднимался. Ну, если только не знаю, вот здесь прыгнуть. Прав, потому что ты в чем бежал, ты ни в чем бежал. Ни в чем. Вот ага. Именно, он в тяжелый вроде. У меня почти максимальная нагрузка. Ну так ты ж танковать хотел. Ладно, ладно, сейчас стамина поднимется. Ох ты, не.
не хватает ему. Я думал прыгнуть, а он вниз уезжает. Чуть-чуть не хватает, вообще чуть-чуть. Не, давай-давай, потому что мы будем... А что давай, толку-то? Вот я доверху долезаю и вниз падаю, все. Ну разденься, догола, скинь бронь. А, выкинуть? Да. Я подберу еще или... Или ему, да, какая разница там? Блин. Куда тебя унесло, зараза страшная? Все, куда-то в текстуру начало запихивать. Не в текстуру, то ты полез по централу, как раз там, где дырочка есть. Да, и ты в дырочку полез. Так, за случаем еще уровня нету, чтобы еще грузоподъемность стяпнуть. А, есть немножко. Че, может теперь нет, хватит? Опять жажда замучает. Ох, ух, кто-нибудь, но я знала, что ты его возьмешь. Че давай там? Сбрасывай шмотки. Погоди. Шмотки сбросим. Погоди. Сейчас. Я еще обнул сил. Грузоподъемность, может теперь хватит. Ты же на пальце апнул сил. Ах, блин, совсем чуть-чуть. Даже не долез. Раздевайся, короче. А, блин. Да надо попозже, потому что, смотрите, сейчас меня вниз унесло. Раздевайся, сейчас он тебя будет учить, как лазить. Угу, я так знаю, как лазить. Ты знаешь, что я люблю топлес там. Да, выносливости не хватает, блин. Персонаж мелкий. Раздевайся. Так. Вот меч. Слушай, у меня 67 без меча процентов. Вот смотри. Бежишь. Вот 65, не здесь. Знаю, что сюда. Стрел брошу. Текс. Ау, смотри. Сейчас, погоди. Сейчас еще всякого набросаю. На грудник еще брошу. Во, все, 38. Нормально. Нет. Вот смотри, бежишь. Вот здесь и прыгай. А, нет, вот здесь вот. Да нет, не нужно, чтобы прыгать. Я все равно вниз уезжаю, какая разница-то? Нет, я прыгал уже. Смотри сюда. Ну смотри. Ну и чего? Я с той же высоты полез. Просто можно попасть ровно. Если что, нажмешь перед концом, нажмешь С, станешь мне на плечи. Все, вот. Залез. Ну да не, мне чуть-чуть не хватало. Буквально чуть-чуть. Где? А, подожди. Иди касайся, вертай, возвращайся ко мне, и сейчас прыгнем, потом я тебя отдам. Где дрянь дымящаяся? Правей. Ага. Кто там опять от жажды дохнет? Я. Ну как обычно. Ползает, ползает. Так. Стан тараканов. Сейчас стамина установится, тут налазился. Как они по песку поэтому ползают? Дайте водички, нету. Так. Буду. От разочек. Вот так. Вот. Так, прибежал. Блин, она укатывается. Да, чё, ну? Это я... Чё? Саньке кинул... Суп. Суп. Он восстанавливает воду. Да-да-да. Так, я ниже по склону устроюсь, чтобы успокоиться на меня прикатилось. Готово? Да. Ловил? Говори. Говори, когда поймал. Поймал? Где следующий бросок? О, городки, городки. Или пинбол. Не знаю, что. Да все уже светло. А все. Это подозрительно. Все, поднял. Из-под юбки что-то вниз выпадает и катится дальше. Так, так, все, снарядился. Так. Ну чё, все, сейчас просто до дома бежим и все, да? Да. Все тогда. Ну да. На этом серию тогда
Заканчиваю. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего. Ты гляни, не дождись. И до новых встреч.